звезды, огни. На часах 1:30 ночи. И толпа людей за моей спиной пытается успеть в амфитеатр. Ведь сегодня там выступят легендарные звезды. Сергей Зверев, Линда, Стрелки. Они все еще популярны. И они докажут это на сегодняшнем концерте. Время позднее, вас не смущает то, что уже поздно? Кого хотите увидеть? Мы хотим увидеть кого? Валерия Леонтьева? Ларису Долину, Казаченко. Ждем любимых песен от них. Мы увидимся с публикой, сможем вспомнить всеми любимые. То есть сегодня твои незабываемые песни. Твои золотые хиты сегодня прозвучат на концерте, да? Я знаю по секрету, что у нас у первых, у кого проданы были все билеты. Да, это, наверное, благодаря Томасу. Не на Казаченко идут, не на Гулькина, не на Ивана, не на тебя, а на Томаса, да? Например, «Юмахат» я спел свою жизнь, наверное, 7-8 тысяч раз, и поэтому мне проходить снова через это больше точно не надо. Низкий поклон, спасибо, что вы про нас не забываете, потому что мы все-таки, наверное, какая-то основа, платформа шоу-бизнеса в России, скажем так, с нас все начиналось. На Западе вот такого видели, чтобы Тину Тёрнер отодвинули в сторону вообще и сказали, не нужна ты. Нет, там уважают. У нас немножко другая позиция. Артистов у нас приехало, и я тоже выступаю. Ну, то есть премьеры песни или со старыми? Я буду со старыми хитами сегодня. Не знаю, как вам, а мне с Серегой вот так почему-то удобно общаться. Ничего, тебя так не будет смущать, если я буду? Я, где она и где я, что с ума сошла? Я выхожу, я сенсация, чтоб ты знала. Ну, же Патриция Каста, хорошая активиция, ну, что сравниваешь? Ну, ничего, ну, пенсия чуть-чуть. В шоу-бизнесе и в мире моды нет возраста. Вот там нет возраста. Просто надо мочить, понимаешь? Ты Гулькина, ты должна мочить. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.